Привет, друзья! Если вы были в Паттайе 10 лет назад, 6 лет назад или даже 2 года, то можете считать, что вы здесь вообще не были. Паттайя меняется буквально каждый месяц. Появляются новые отели, новые экскурсии, новые парки. И есть такие экскурсии, на которые нужно поехать просто обязательно. Но есть такие, на которые нужно отправляться исключительно самостоятельно. К таким относится парк Нонгнуш. Что, вы там были в прошлом году? Ой, там уже все изменилось. Вы можете поехать туда дорого на такси, а можете дешево, как вот мы, например. То есть вы выходите на Сухамвит, берете белый тук-тук, доезжаете до поворота и дальше смотрите, что было дальше. Можно взять вот еще такого парня и на нем поехать. Вот мы наконец доехали, и мы идем в парк. Мы идем по галерее Skyway, которая покрывает практически весь сад. Вы можете сверху любоваться тематическими парками и спуститься туда, где захочется погулять по земле. Фламинго, вот она. Какая она красивая. Парк огромный, очень. Вот здесь такой парк. Они рычат. Да? Да. А это такие раньше были дельфины. Вообще тут так красиво. Единственное, что произвело негативное впечатление, это содержание здесь слонов. На коротких цепях. Они маются и, конечно, я думаю, страдают ужасно. Если вы устанете, то здесь очень много тенистых уголков, где можно присесть. Есть кафе с кондиционерами, где можно заказать вкусные десерты, кофе и даже пообедать. В общем, это море эстетического и физического удовольствия, которое вы получите, если поедете туда самостоятельно, потому что вы не будете спешить, вас никто не будет торопить. Вы пойдете, куда захотите, будете смотреть, что хотите, фотографироваться там, где хотите. Привезете 1000 фотографий, как это получилось у нас. Это первое место, которое лучше всего посещать в Паттайе самостоятельно, без экскурсии. О следующем я расскажу в другом сюжете. Если вы со мной согласны или, может быть, думаете наоборот, пишите, комментируйте. Я буду очень рада, если вы как-то прореагируете на то, что я рассказала. Подписывайтесь на мой канал, и мы точно сможем общаться с вами лично.